Ну что, распаковка, что? Муж съездил в магазин, и что я там купил? Так, сосисоны. Я вот сейчас хочу отварить. Вот такие. Так, дальше. Молоко. Молоко, две пачечки. Молоко у нас очень быстро уходит. Дальше. Влажные салфетки. Пачка масла сливочного. Мы всегда такое берем. И оно стоит 2,94. Дальше. Два плавленых сырка. Но это чисто мне на сырный суп. Я готовлю такой суп. Так, дальше. Батон. Так, что тут еще? Пол буханки хлеба. Две пачки праников. Зефир. Так его белый. Мне еще нравится розовый. Но он очень сладкий, я его мало ем. Ну, к чаю, как говорится. И эти цукерочки. Я в шоке, что он накуплял лишнего. Я это не говорила. Короче, я накуплял на свой вкус. Цукерки эти просто супер. Я люблю, вот, когда конфеты чисто шоколадные. Вот, ну, до чая это. Гематоген. Две пачки было, одну уже детям дали. И полпалки майонезной колбасы. Колбасу мы не купляли, я уже не знаю, сколько и вообще годов. Реально, мы это очень редко купляем. Ну, вот взяли чисто на бутики. Все, что приготовила? Обычную пюрешку. Супчик такой его обычный я сварила. С курицей вот такой его бульон. Обычный. Вот как-то так.